Да-да, и сегодня я иду в океанариум смотреть на рыбу. Пойдемте. Ребят, глянь, какие здесь здоровенные рыбы. А вот здесь кот плавает. Уплыл. А вон он. Смотрите, какой он. Мы с другой стороны. Вау. Какой интересный. Смотрите, какой интересный панцирник. Похож на щуку? Ого! Ребята, смотрите, а вот эти рыбы в гонки играют. Плавает. Смотрите, какая длинная рыба сом. Какая рыба-нож. И опять тут скат. Пойдемте туда. Ребят, тут сом. Вот он. Смотрите, какой он большой. Ребят, смотрите, какая здесь интересная рыба. Большая какая. Это африканский сом. А вот там, смотрите, там какая-то змея. Или что это такое? Вау! Она как змея. Ребята, это африканский чешуйнячик. А тут огромные рыбы. Ну что, ребят, пойдем сюда. Вау, как классно. Вода. Вау, а внизу рыбки. Да. Как классный такой. Вау. Ребят, смотрите, какие здесь скаты. Вау, какие они красивые. Как леопард. Ребята, а тут смотрите, как... Ребята, смотрите, какая мурена. Вау, и тут какая-то еще одна с большими глазами. Вот она, красненькая. Это рыба-белка. Конечно, такая быстрая.
Ребят, смотрите, это бабочка вымпел. И там еще рыба достил зебра. Ребята, а это рыбка с Немо. Хирург. Вот черная полосатая рыба называется клоун. И тут какая интересная рыба. Рыба клоун. Вон она спряталась. Вот она. Смотрите. Да, смотрите, какая большая мурена. А здесь маленькая еще рыбка. Мурена – это огромная рыба. Здесь акула! Ого, какая длинная! И пешёная! И акулы! Здесь еще одна мурена, только поменьше. Смотрите, какие игуаны. Ого-го. Как глаза, Алиса. Смотри, какие они. С длинным хвостом. Ребята, смотрите, какая здесь огромная черепаха. Это кто, черепаха? А там еще маленькие черепашки. Да? Да, и черепаха. Ребята, гляньте, какой питон. Огромная змея. Просто гляньте, черепаха поплыла. Ты куда поплыла? Ой. О, черепа.
бетон. Только спрятался. Ребята, смотрите, какая у нее длинная голова. Да, смотрите, какой варан. Ребята, смотрите, они меняют свою шкуру. Тоже черепаха. Ой. Ой, спрятаться не получается. Во-первых, черепахи сегодня будет. Ой. А тут какой настоящий паук. Ребята, это паук-птицеед. Ребята, гляньте, тут еще один паук. Хамелеон. Ну? Не хочет прятаться. Гекон. О, гекон, смотри. Ты полез куда-то. Куда ты полез? Какие у него острые когти. Полез куда-то. О, хвостик. Ох, какой длинный у него хвост. У них длинные хвосты. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Хвост. Какой длинный хвост. Помните, где он был, а где стал? Ох! Очень понравилось. А вам, ребят, говорю, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока.